Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Сегодня я снимаю просто замечательное видео, которое я хочу посвятить тематике Хэллоуин. Неспроста же я сижу в ярко-оранжевой футболке, и недавно я приобрела и открыла для себя новую коллекцию косметоса от моего любимого бренда Seven Days. В общем-то, там лежит просто офигенская косметика, которая светится, внимание, под ультрафиолетом. И макияж именно на Хэллоуин я буду делать 100% этой косметикой. Вы просто не представляете, как она светится. Сегодня мы посмотрим, как эта прекраснейшая косметика будет выглядеть у меня на лице, в особенности под ультрафиолетом. Сделаем с вами макияж на Хэллоуин, офигенный смоки. К тому же в наборе я вам сейчас покажу, что лежит. Потрясающая палетка. Да-да, неспроста вы сейчас на своих экранах видите, как эта косметика светится под ультрафиолетом, потому что сегодня у нас будет максимально яркий и потрясный макияж. Также имеется черная тушь, розовая тушь для волос, которую можно наносить на волосы и сверкать вдвое круче. Два карандаша, один белого цвета, второй желтого. И этот белый карандаш можно использовать как подложку под грим, под этот же самый желтый карандаш, в общем-то, под тени. Я вам не один раз в своем инстаграме рассказывала, насколько я обожаю бренд Seven Days, поэтому сегодня вы сможете увидеть потрясающий хэллоуинский макияж, который будет светиться под ультрафиолетом у меня на лице. К тому же в наборе еще шло два продукта. Офигенный лайнер, которым можно рисовать офигенские розовые стрелки, и с другой стороны штамп в виде сердца. Ну и как же обойтись без блеска для губ? Но есть один нюанс. Вы все прекрасно знаете, что я не особо круто умею краситься и использовать косметику. Из-за этого я очень много раз ходила на курсы. Сегодня я хочу вас познакомить со своей подругой Полиной. К тому же по совместительству Полиночка мой визажист, она знает бренд Seven Days, но еще не использовала новые продуктики из этой коллекции Extreme Lichy. Коллекция потрясная, поэтому прямо сейчас я приглашаю Полину. Всем здрасте. Ну и, в общем-то, Полина сегодня будет делать мне потрясающий макияж, к тому же познакомиться с именно этой коллекцией Extreme Lichy от Seven Days. Я еще не рассказывала Карине свою идею, но я надеюсь, что ей очень понравится то, что я хочу ей нарисовать сегодня. Тем не менее, я знакома с брендом Seven Days, однако новую коллекцию держу в руках всего лишь первый раз. Да, поэтому сегодня Полиночка у нас расскажет свое первое мнение. Я думаю, мне мнение даже рассказывать не надо, потому что я эту косметику использую давно. Мы хотим пожелать вам в первую очередь приятного просмотра, так как это видео по тематике Хэллоуин. Сегодня вы сможете увидеть небольшое такое перевоплощение, потому что Полина просто мастер, я ее обожаю. Мы желаем вам приятного просмотра, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеры. Ну и немножечко сейчас поменяется ракурс, и мы приступим к замечательному макияжу, где будем использовать эту чудную косметику, что меня максимально удивило. Да-да, ребят, она реально светится под ультрафиолетом, и выглядит это просто замечательно. Погнали! В общем-то, дорогие мои, ракурс мы чуть-чуть поменяли, Полинка сидит за кадром, я прямо сейчас надену вот такой вот ободочек, чтобы волосы не лезли мне в лицо. Брови красить мы не будем, потому что у меня ламинирование. Я сейчас эту штучку надену, забыла сказать, что мы уже нанесли тон, нанесли скульптор и хайлайтер. Я надеваю эту штуку, убираю волосы, да, выгляжу я очень сейчас красиво, дорогие мои, но Полинка вам сейчас объяснит, как сделать красивый смоки. Итак, сначала мы будем делать форму. Я наношу светлые оттенки на подвижное веко, и позже мы их растушуем более ярким оттенком. Я только что начала наносить тени, и я уже могу с уверенностью сказать, что это очень крутая пигментированная палетка, и она мне очень нравится. Скорее всего, приобрету такую. Кстати, ребята, я поставила неоновую лампу на подоконник. Это видео снимается вечером, так как атмосфера Хэллоуина, и, как вы можете заметить, тени уже очень красиво выглядят, так как неоновая лампа светит прямо не впритык, очень красивенько, ярко, и как раз подойдет для вечеринки на Хэллоуин. Можно даже так оставить, Полина. Уже круто. Вообще, ребят, вы просто представить себе не можете, насколько я обожаю визажистов, насколько я обожаю вообще косметику, насколько я обожаю тратить деньги на косметику, но нормально краситься я так и не научилась, к глубочайшему сожалению. Надеюсь, что Полинка сможет меня научить. Блин, ну выглядит это уже супер круто. Итак, сейчас мы добавим в углы фиолетового, чтобы сделать образ еще ярче.
самое главное в макияже глаз – это грамотная растушевка. То есть нужно красиво сгладить все переходы, чтобы это выглядело более органично. Это сделает ваш макияж более дорогим и выгодным. И как раз-таки, ребят, растушевка – это мой самый главный минус в макияже. Единственное, что я делаю хуже всего остального. Вот именно с растушевкой у меня все не очень хорошо, потому что, когда я вот недавно ходила на курсы, мне мастер объяснил, что растушевка должна быть очень плавная, а я делала растушевку очень резко, некрасиво, и цвета сливались воедино. То есть не было понятно, что я там использовала даже два цвета, а не один. Выглядело это все как один цвет, потому что я все тени могла вот так вот растушевать, и они вообще могли исчезнуть с моего глаза, с моего века. Идеально просто. Так что, ребятки, можете смотреть, прям как Полина растушевывает, она вот в этом прям мастер-мастер. Кстати, пока она растушевывает, я вам расскажу небольшую историю нашего знакомства. Мы увиделись с ней в ресторане, и я обратила внимание на то, что у нее просто потрясающий макияж. Так как я была на дне рождения у своей подруги в этом ресторане, и она тоже пришла туда же, я ей сразу же сделала комплимент, потому что Полинка, ну у нее просто все мейки замечательные. Сейчас я нанесу вот такой вот крутой розовый шиммер на нижнее веко. Кстати, ребят, еще многие визажисты удивляются моей чувствительности к тому, что многие клиенты, как говорят мне вообще все визажисты в основном в салонах, когда их просят посмотреть наверх, очень часто моргают, не знаю, у них текут слезы, в особенности это касается внутренней подводки. А я на это реагирую абсолютно нормально, потому что я уже к этому привыкла. Так, и сейчас мы будем использовать эту гиперпигментированную подводку. Которая, кстати, очень-очень яркая, и она разбавит любой макияж на Хэллоуин, да и не только. И знаете, ребят, за что я хочу похвалить Полину и вообще эту подводку? Во-первых, за то, что она яркая, во-вторых, Полина рисует идеальные стрелки. Можно мне научиться рисовать их точно так же, пожалуйста? Кстати, ребят, еще один лайфхак, Полина уже дорисовала мне стрелки. Вы можете нарисовать также косметикой Extreme Li Cheek черные стрелки, используя черную тушь, только нанеся на маленькую тоненькую скошенную кисточку. Тоже выглядит очень круто, и тушь очень хорошо будет выглядеть на глазах. Проверено. Кстати, тоже в моем инстаграме. Так, и сейчас мы сначала накрасим ресницы и верхние и нижние черной тушью, а после прокрасим нижний розовый для яркого эффекта. Ну и к тому же, ребят, хотела бы вам сказать один нюансик. Где бы я ни была, в каком бы салоне, с каким визажистом я бы ни была, я всегда люблю прокрашивать ресницы самостоятельно. Поэтому сейчас я вам продемонстрирую, как я это делаю. Вот именно тушь всегда подчеркивает просто любой макияж. Глаза сразу становятся выразительные. Но я бы хотела вам еще сказать о том, что мы сегодня еще и наклеим ресницы. И они будут выглядеть просто офигенно и подчеркнут любой макияж. Ресницы, мне кажется, это самое главное в любом макияже. В особенности, если они длинные. Ну и сейчас мы берем вот эту вот яркую тушь, которая прямо сейчас за счет неона очень красиво выделяется и светится, как вы можете это заметить. И я накрашу кончики нижних ресниц. Будет выглядеть это просто чудесно. Как раз таки для Хэллоуина. Ну и вот такая вот красота у нас получилась. Нам осталось наклеить реснички. А потом уже приступим к губам и ко всему остальному. Хочешь быть самой офигенной светящейся девочкой на Хэллоуин? Просто используй косметику от 7 Days. Мне она капец как понравилась. Итак, сейчас мы будем клеить вот такие вот накладные ресницы. Вы видите, что они очень классные, очень объемные. И сейчас я расскажу, как мы их будем клеить. Итак, я уже нанесла клей для ресниц на руку. И теперь я наношу его на линию, которая будет прилегать к глазу. Теперь мы пару секунд просушиваем ресницы. Можно их еще немножко изогнуть, чтобы они лучше прилегали к глазу. Мы девочки с длинными ноготочками, поэтому я вам покажу вот так. К тому же фон у нас темненький такой, чтобы макияж выделялся и чтобы вы могли понять, насколько круто можно выглядеть на Хэллоуин. Вот так вот выглядят реснички. Вот тут вот мы промазали клеем и сейчас начинаем их приклеивать. Сейчас вы увидите, как эти ресницы подчеркнут макияж. Сейчас мы накрасим губы с помощью вот такого вот шикарного блеска. Господи, как он приятно пахнет. Да, у него действительно очень крутая текстура, и он очень классно выделяет губы. Теперь
Теперь я, ребят, похожа, правда, на какую-то куколку. Губы очень выделяются, светятся за счет ультрафиолета. Ну и за счет ресниц мои глаза стали очень хорошо выделяться. Естественно, тени, они просто сверкают и выглядят очень круто. Также, ребятки, эту прекраснейшую косметику от 7 Days вы можете купить на Wildberries. Это очень важно, потому что вы сможете приобрести все то, что вам понравилось из этого видео, все то, что я вам показывала, все то, что мы, или же я, еще не один раз использую. Ну и сейчас я покажу вам, как выделяется этот суперский макияж, если поднести ультрафиолет чуть-чуть поближе. И к тому же мы можем использовать очень прикольную подводку, то есть штампики, которые очень круто будут подчеркивать макияж. И я вам могу это даже прямо сейчас показать. Полин, поднеси ультрафиолет поближе, чтобы вы смогли обратить внимание, насколько это круто выглядит. Вот такие вот сердечки можно поставить под глазами. И они в любом случае подчеркнут любой макияж. Вот такой вот суперский макияж получился. Также вы можете поэкспериментировать и сделать что-то наподобие грима, нанеся белый карандаш. Также можно использовать тушь, как я уже говорила. Или же я купила вот такой вот желтый карандаш, который, кстати, очень хорошо ложится на кожу. Я тут все уже миллион раз потестила. И самое главное, что все продукты от марки 7 Days, они очень яркие, очень пигментированные, очень качественные. И вы не представляете, как я рада, что я открыла для себя эту косметику. Также у них в инстаграме проходит конкурс, если вы хотите получить точно такой же бокс с офигенной косметикой, и чтобы вы ее потом смогли использовать на Хэллоуин или просто сделать макияж, чтобы вас можно было заметить под ультрафиолетом в особенности. Во многих крутых заведениях очень часто используют ультрафиолет, и какая-то одежда, возможно, выделяется, но ваш макияж будет просто сиять, и это, мне кажется, супер круто. В особенности мой мейк очень подходит под вот эту футболку, которая, кстати, тоже от 7 Days. Так вот, у них в инстаграме проходит конкурс на 20 боксов. Все, что вы должны сделать, это отметить друзей в комментариях на аккаунте 7 Days. Ну и, соответственно, самое главное правило — подписаться на аккаунт 7 Days. Самое главное, что все ссылочки, дорогие мои, я оставляю ниже в описании. Переходите обязательно и знакомьтесь с этим брендом вместе со мной. Напоминаю, что все продуктики вы сможете купить также на Wildberries. Ссылочку я тоже оставляю ниже, и для меня, наверное, это была самая удачная покупка именно коллекции Extremely Chic, потому что косметика очень красивая, очень яркая, и я обязательно буду использовать ее и показывать вам к тому же в моем инстаграме. Обязательно подписывайтесь. В общем-то, я обожаю 7 Days, и я очень надеюсь, что вы теперь тоже. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы с Полинкой с вами прощаемся. Мейки, которые она мне еще будет делать, обязательно вы сможете увидеть у меня в инсте. Ну и спасибо вам большое за просмотр, все ссылки в описании. Всем пока! Пока! Пока.